И вот прошел у нас дождик. И, как всегда, одуванчики. Это у меня тут чесночок, тут грядочка, а тут, ну вот они, красавчики, одуванчики. Но я не теряю их, не срываю. Там огород мы вспахали, вот. Картошку еще не садили, работы много, но ничего, справимся. Так вот, одуванчики. Для чего? Что я делаю? Я их срываю для того, чтобы сварить варенье. Вот уже сколько набрала. Вот смотрите, какие они все шикарненькие. Я срываю только макушечки. А еще главное я вам скажу, что нужно, чтобы руки не морались, одевать вот такую медицинскую перчатку. Почему? Потому что, ну, из-за того, что сок в одуванчиках, он дает свойства такие, они желтеют и руки, и это. Он, конечно, не вреден, но липкий, липнет. Поэтому срываем верхушечки и варим варенье. Как сварить правильно варенье? Добавляем в варенье можно лимон и сахар, естественно. И получится здесь 2 литра. Вот я доберу пакетик, вот это все соберу. И будет столько варенья. Ссылочка, как правильно сварить это варенье, процедить там все такое. Ну, посмотрите, там ссылка будет. Всем пока. Пока. А привет забыла сказать. Ну ничего, занята. Работа, дача. Вот и все.